Владимировне Подкорытовой, директору средней общеобразовательной школы номер 3. Добрый день всем собравшимся в этом зале. Мне особенно приятно принимать гостей нашего учреждения. Также приятно видеть наших учащихся, так как здесь собрались самые активные, самые творческие и самые неравнодушные люди, которые переживают о судьбе своего округа, города, о том, как будет сложена наша дальнейшая жизнь в этом городе. И я надеюсь, что ваши творческие идеи, ваши проекты найдут свое воплощение. А на сегодня хочу пожелать всем удачи, творческих идей и их воплощений, ну и, соответственно, победы в конкурсе. Всем удачи!